Да ничему оно не учит. Это очень индивидуально, понимаешь, я же связан с телевидением по производству программ. Я никогда не работал на телевидении. Я просто с ним сотрудничал на протяжении многих лет. Когда-то оно мне было интересным, потому что оно было изобретательным. Мы все время что-то изобретали, это приветствовалось. Я помню, как на моих глазах появлялся хромакей, когда врезается один тон, и вместо него запускается видеокартинка. Но многие вещи были интересны. Сейчас телевидение стало очень технологично. И поняв эти технологии, становится скучно. Ну вот, когда появился Photoshop, все стали художниками. Но буквально через 2-3 года все бросили этим заниматься, потому что творчество там, изобретательности как таковой нет, просто есть масса возможностей что-то какими-то кнопочками добиваться каких-то эффектов. И то эти эффекты не ты придумываешь, а до тебя их кто-то запрограммировал. И ты это понимаешь. Поэтому, а учит ли оно, не учит? Оно должно быть правдивым. Это раз. И вот как, повторяю, учили меня мама и папа, и не однобоким. Поэтому, если есть комментарии, они должны быть разными и аргументированными. А сейчас выпускает 12 вроде бы умных людей, но доведенных до истерии, которые кроме крика друг на друга, оскорблений, ничего не предлагают. Да и вряд ли, если бы даже не кричали, а оставались интеллигентными, такими, как они там у себя, возможно, дома или на своей службе, они тоже не могут ничего предложить. Не знаю, ни одной здравой мысли по поводу завтрашнего дня, как нам жить, я не встречал. Как мне жить, я знаю. Вот мне лично это я знаю. А вот как нам всем жить, я не знаю. И подсказки пока что не было. А мне надо жить, мне надо работать, чтобы хотя бы успеть за убегающим от меня вдаль рублем, вот, чтобы ухватить, пока он не успел похудеть. Потому что от бега он все худеет, а хотелось бы его поймать еще жирненьким. Понимаешь? Потрясающую фразу сказал Чарли Чаплин. Я сказал, что мне надо делать, работать, чтобы жить. Я бы не хотел, чтобы люди подумали, что я стяжатель. Нет, я такой же, как и вы, нормальный. И в подтверждение привожу слова гения. Чарли Спенсер Чаплин сказал: в кино я пришел ради денег, а потом оказалось, что это искусство. Хорошо. Но вы очень грустную описали картину по поводу телевидения, да, сегодняшнего, которая вам кажется скучной, да? И, ну, потому что не учит, да, не происходит. А что делать-то? Оно, ну, то есть оно изжило себя как, да, как факт, просто изжило себя? Нет. Или что-то можно изменить, и как? Нет, ничего себя не изживает, все остается в природе. Все остается в природе. Просто
в не таких больших громадных размерах или поголовным увлечением. Все немного теряет свой интерес, свою аудиторию. И невзирая на то, что появилась живопись красками, потом компьютерная живопись, потом фотография, тем не менее имеют место и какие-то наскальные рисунки, которые делаются сегодня. А если это тяжело, вот граффити появилось, это тоже одна из форм такой наскальной живописи, где скалу уже заменила стенка здания. Поэтому просто сузилось в этом самом фильме, да, у Меньшова есть фраза, что герой говорит где-то в 50-е годы, говорит, что а вот дальше в 70-е, 80-е и в следующем 21 веке будет одно сплошное телевидение. Он просто еще не знал слова интернет. Вот. Но это не значит, что скоро интернет будет один сплошной. Что-то еще появится. Да, аудитория телевизионная сократилась за счет той интернет-аудитории, которой очень быстро надо информация, новости, что-то происходит, какая-то картинка, то, что не разрешат цензора на телевидении, он увидит это сейчас в нете и так далее, и так далее. Поэтому нет, телевидение останется, аудитория его будет меньше. Так же, как и кино, она тоже уменьшилась, киноаудитория. И где аудитория осталась прежней, это театр. Вот мне кажется, это единственный вид искусства, где технологии не давлеют над изобретательством. Все остальное — это за счет технологий. И кино. Новые объективы, новые возможности, новое звукоизвлечение — все это новое. То есть многие фильмы становятся аттракционом, и публика ждет от фильма уже не то, что будет его волновать, а вот этот аттракцион. То же самое телевидение уже ждут. Да что там мне новости эти слушать, я их в интернете узнаю. Значит, какое-то шоу. Но мне кажется, есть одна штука, которую я бы назвал пошлостью. Это когда показываются богатые программы, куда засажены сумасшедшие деньги. Я не знаю. Я думаю, что постановочное количество всяких эффектов и так далее, в какой-то мере снижает смысл того, ради чего создается программа. Но с другой стороны, как я понимаю, что все программы, которые мы смотрим, они лицензионные. Это программы, опять, которые изобрели не мы. И вот получается, что какие-то наши талантливые ребята уезжают на какой-то этот богатый Запад. Там что-то придумывают. Этот богатый Запад очень быстро это все вводит в какую-то форму, развешивает, красит, придумывает, не придумывает, а использует то, что уже придумано, и потом мы у него это покупаем, вместо того, чтобы финансировать того парня, который все это придумал. Но такова наша планета.